Je ne sais pas comment tout ça a pu se passer. Comment tout ça a pu arriver? J'ai essayé d'intervenir, mais... De toute façon, est-ce que j'aurais pu vraiment faire quelque chose? Натали Бэй. Виктор Сево. Оливье Гурме. Эммануэль Рива. Мари Кремер. В фильме «Мой сын для меня». Режиссер Марциаль Фужерон. Спасибо. Думаю, сегодня поменять обстановку в гостиной. У меня есть идея. Так что вечером будет сюрприз. Передай Джим, пожалуйста. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Mais tu vois, j'ai pas trop changé. Et je vois que de ton côté, tu as bien traversé le temps. Tous les deux, on s'est fait la guerre. Tous les deux, on s'est pillé, volé. Бабушка, это ты на картине? Добрый день, Алис. Добрый день, мадам. Садись. Гадость какая. Как дела? Нормально, а что? Ничего, так просто.
Oui? Да. Они уехали. Ты что? Уверена? Да. Мама за покупками, а папа в спортзал. Я говорила с твоим классным руководителем. Думаю, тебе надо подтянуться по физике. В этом семестре у тебя 13, 11, 10. Раньше ты получал другие отметки. Я договорилась насчет дополнительных занятий. Продвинутый уровень. Во вторник и в четверг вечером. Ну что такое? Ничего. И все-таки? Во вторник вечером у меня футбол. Будешь заниматься после футбола? Вопросы есть? Нет. Пойдешь на вечеринку в субботу к Тома? Не знаю. Странно, ты никогда не говоришь о своих предках. Да рассказывать особенно нечего. Всегда есть что рассказать. Жюльен, я смотрю телевизор. Подойди. Иди в свою комнату. Тебе еще физику учить. Потом можешь поиграть на пианино. Поторопись, Жюльен, опоздаешь на автобус. Я видела твоего червячка 100 раз. Я мыла тебя в детстве. Убери руки. Знаешь, он еще не такой большой. Да-да. Чтобы я испугалась. Ну-ка, убери руки. Что за цирк, Жюльен? Ты прячешься от меня? Опять? Ты меня боишься? Ну? Ты уберешь руки или нет? Ah.
Видишь, это совсем не сложно. Что за история? Боже мой, что за история? Жюльен! Погоди. Это тебе. Пойдешь вечером на теннис? Да, у меня реванш с Тири. Он у меня в прошлый раз так отдел. 6-3-6-1, я ничего не смог поделать. Я приготовила это специально для тебя. Никто это не любит. Ни отец, ни Сюзанна. Это только для тебя. Он питается одними шоколадками и сладостями. Я не знаю, что готовить этому мальчишке. Он говорит, что не голоден. Он не голоден. Сюзанна, я тебя не спрашивала. Жюльен, даешь, пожалуйста, все, что лежит в твоей тарелке? Это выводит меня из себя. Можно мне пойти с тобой? У меня сегодня спорт. Знаю. Я приду поздно. Что ты там делаешь? Ты брился?
Это в подарок? Нет. Но... Да, в подарок. Ты в курсе, что с твоим братом? Он встречается с девчонкой? Отвечай. Я не знаю. Не знаю. Жюльен? Как дела? Нормально. А как занятия по физике? Хорошо. Что ж. Погоди. Иди-ка сюда. Подойди. Что ты сделал? Ты брился? Ты брился, невероятно. Зачем ты это сделал? Зачем, Жюльен? Это бабушка. Подарила мне бритву. Вон отсюда. У вас все хорошо? Ты о чем? А вас, Алис? Да. Почему ты спрашиваешь? Из-за мамы. Она заходила ко мне. Перехватила письмо. Письмо от Алис. Жюльен? Ты вернулся? Почему ты не отвечаешь? Я собирался прийти домой, но у меня сегодня занятие. Футбол, у меня порвали рубашку. И ты поэтому не приходил домой? Ничего страшного, сынок.
Знаешь, надо говорить мне, если что-то не так. Сними рубашку, я зашью. Я решила, что мы будем ходить вместе в бассейн по воскресеньям. Когда? В воскресенье? В воскресенье днем. Но в воскресенье днем у меня футбол. В воскресенье днем? Да, дополнительные тренировки перед чемпионатом. Ты мне ничего не говорил. Я только сегодня узнал. И что ты выбираешь? В каком смысле? Что для тебя важнее? Футбол с друзьями или бассейн с твоей матерью? Да, но это важно для нашей команды. Можешь сказать, что забыл, или у тебя другие планы. Да, но тренер не поймет, что бассейн с матерью важнее команды и чемпионата. Ты не обязан говорить ему правду. В смысле? Ты можешь найти оправдание. Придумать что-нибудь. Вот и все. Что, например? Не прикидывайся дураком. Скажи ему, например, что забыл, что у тебя семейное торжество. Хочешь, чтобы я ему врал? Знаешь, Жюльен, иногда лучше скрыть правду, чем обидеть кого-нибудь. Алло? Ну? Алло? Что? Ладно. Что ладно? Я согласен на бассейн. А что, если мы будем ходить вместе на футбол? Да. Это я. Что ты хочешь? Можно войти? Да. Что это? Это тебе. И что? Это тебе. На Пасху. На Пасху? Но до Пасхи еще далеко. Да, но я давно их купил, боюсь, они испортятся. Ты здоров? Так не делается. На какие деньги ты их купил? На карманные деньги, которые дает мне папа. Я запретила ему давать тебе деньги в этом месяце. Да, но это было до твоего запрета. Покупать шоколад заранее. Ты ненормальный, Жюльен. Ты сам не знаешь, что творишь. Ты потерял здравый смысл.
Я не этому тебя учила, я не этому учу тебя. Забирай свой шоколад. Забирай его, говорю. Он мне не нужен. Исчезни. Фил! Вон. Держи. Поможешь мне. Выброси это в мусорное ведро. Оно на улице. Мама, можно поговорить с тобой? Конечно. Я хотела поговорить о Жюльене. Знаешь, ему сейчас нелегко. Перестань, Сюзанна. Это не твое дело. Ты всегда так говоришь. Жюльен мой брат, и это меня тоже касается. Я вижу, что ему плохо. Это видно невооруженным глазом. Смотри, что ты делаешь. Весь пол испачкала. Ты что, ничего не видишь? Он не ест, не разговаривает. Сюзанна, что приготовить к кролику? Рис или пюре? Рис. Что это за рубашка? Я вчера купил. Что значит купил? У Вида. Без моего ведома? Кошмарный синий цвет. Безобразно. У тебя совершенно нет вкуса. Завтра же вернешь ее в магазин и заберешь деньги. Это невозможно. Почему невозможно? Что я им скажу? Меня это не касается. Ты должен отвечать за свои поступки. Сними это немедленно. Правда, Жюльен, синий цвет не очень. Ты слышал, что я сказала? У меня самые обычные родители.
Я рien d'extraordinaire. Отец много работает. Mon père y bosse поздно beaucoup. Приходит домой. Il rentre tard le soir. Мать занимается домом. Ma mère s'occupe de la maison, c'est tout. C'est vrai, а это правда, что про нее говорят? Qu'est-ce qu'on dit? А что про нее говорят? Ну, говорят, она немного странная. Она все время приходит в колледж, говорит с учителями, проверяет твои оценки в журнале. Нет, она не странная. Она просто устала. У нее проблемы со здоровьем. Иногда ей что-нибудь взбредет в голову, вот и все. Ты говорил с ней обо мне? Конечно. Как дела? Как сегодня твои занятия? Хорошо. Мне хорошо с тобой. Ты больше не стучишь, прежде чем войти? Где остальные? Спят. Жюльен плакал сегодня вечером. Он часто плачет. Знаю, у него сложный период. Ты всегда говоришь одно и то же. Ему нелегко. Ни ему, никому. Я почти не бываю дома, у меня много работы, ты же знаешь. Ваша мать крутится как может, она делает все возможное. Ничего не замечать, конечно, проще. Сюзан, перестань ее критиковать. Она занимается всем в доме, она делает это хорошо. Я не о ней говорю. Ты не говорила про комнату в университетском общежитии? Да. Она освободится после Пасхи. Это неплохой вариант для твоих экзаменов. Чтобы не ездить туда-сюда на поезде. Ему очень плохо. Как и всем в его возрасте. Да нет же, ему совсем плохо. Он несчастлив. Это так заметно. Ты не видишь, что ли? Или нарочно не замечаешь? Я сделал все, что мог. Ты это прекрасно знаешь. Я сделал максимум. Жюльен тоже должен пойти на уступки. Я уже говорил ему. Дело не в этом. Мама слишком строга с ним. Она толкает его к краю, а ты ничего не видишь. Что на тебя нашло, Сюзанна? Ты занят своими делами. Твоими книгами. Можно подумать, что работа для тебя интереснее, чем дом. Хватит, Сюзанна. Я сделал все, что мог. Я уже сказал. Оставь меня, мне нужно работать. Оставь меня. Мне надо поработать. И подумай насчет комнаты в общежитии.
Sur l'étagère, там, на этажерке, на скатерти. Это тебе. Немного раньше времени. Подарок на Пасху. Нравится? Да. Не велик? Нет, так теперь носит. Я волнуюсь за Жульена. Мне кажется, ему плохо. Он все время плачет. Ему тяжело сейчас. Я как будто говорю с Сюзанной. Она говорила мне то же самое. И? Ему хорошо. У него все в порядке. Он себя отлично чувствует. Это Сюзанна. Это у нее не все в порядке. Ты подумал об этом? Ей надо сейчас много работать. Думаю, у нее какие-то проблемы с учебой. Это была плохая идея. Сюзанна не интеллектуалка. Это ты захотел, чтобы она... Ты настоял. Ты хочешь, чтобы все походили на тебя. Она говорила с тобой об этом. Ты была не против? Это ты ее убедил. Она все время твердит о дипломе. Она повзрослеет. Я думаю, она уже более зрелая. Зрелая? Скорее, наглая. Что ты предлагаешь? Ты говорил с ней о комнате в общежитии? Что она ответила?
Как вы знаете, мы организовали контрольную неделю. Как вы просили, я поинтересовалась успехами Жюльена. Ну что ж, скажу вам прямо. По сравнению с его предыдущими результатами, это просто катастрофа. Я не понимаю. Через раз он не сдает работы. А если он их сдает, то какой бы ни был предмет, они никуда не годятся. Мне неловко говорить вам об этом. Я знаю, какое значение вы придаете оценкам вашего сына. Я встречалась с Жюльеном. Пыталась поговорить с ним. Но ничего. Он ничего не сказал? Ничего не объяснил? Часто такие проблемы в учебе бывают связаны с изменением поведения, с насилием иногда, с агрессией, но не в его случае. Это очень странно. Как твоя экзема снова началась? Опять? Дерматолог говорит, что ты все придумываешь. Ты делаешь это специально? Чтобы я нервничала. Хочешь, чтобы я заболела? Нет. Нет ничего. Слушай, прекрати. Прекрати говорить ничего. Ну? Ну? Ладно. Иди после уроков сразу домой. Я запрещаю тебе видеться с друзьями вне школы. И лишаю тебя уроков музыки. Никаких прогулок, никаких свиданий, никакого футбола. И я запрещаю тебе видеться с бабушкой. Мне надоело встречаться здесь. У твоей бабушки, по крайней мере, это выглядело не так глупо. Да, но она плохо себя чувствует. Она никого не хочет видеть. Да-да. Или еще что-нибудь. Предупреждаю, Жюльен. Насчет субботы. Вечеринка у Сэма. Ну, придумай что-нибудь. La guerre, il nous reste à faire la Давай. Ответь. Я видела твою машину. Я знаю, что ты там. Я хочу видеть внука. Просто больная. Ты всегда была сумасшедшей, дочка. Thank you.
Жильен! Та мэр, идем твоя чеши. Мать, она тебя ищет. Она знает, что ты здесь. Клянусь, мама, клянусь, я ничего не знала. Я знала только, что у них будет вечеринка. Я говорила ему не ходить. Я не думала, что он туда пойдет. Вон он. Почему ты так поступаешь со мной? Почему ты так поступаешь со мной? Почему ты это делаешь? Почему ты это делаешь? Почему? Почему ты так поступаешь? Почему? Почему ты это делаешь? Перестань, прошу тебя, прекрати! Ах так? Ты с ними заодно? Отойди. Уйди, говорю. Извини. Извини. Прости меня. А ты стой. Я запрещаю тебе двигаться. Вставай. Обувайся и спускайся на кухню. Будешь сидеть здесь. Весь день, если потребуется. Я хочу, чтобы ты сидел смирно. Сюзанна. Я не хочу слышать ни слова. С ума сошел. Я же говорила тебе не ходить туда. Будет еще хуже. Нет, не думаю. Садись. Не думаю, Жюльен. Я не думала, что они так легко согласятся на мой отъезд. Для меня это важно. Студенческий город — это совсем другое. Это необходимо для моих экзаменов. Когда они поймут, что можно вот так взять и уехать, они изменятся. Может быть, мама поймет тебя, изменит свое отношение к тебе. Говорю тебе, будет только хуже. То, что ты делаешь, нехорошо. Жюльен, я никогда тебя не брошу, понимаешь? Никогда не оставлю тебя.
Нужно сделать кое-что для твоей матери. Жюльен сказал, что она совсем плоха. Что ж, сделай что-нибудь. Tu en as beaucoup? У тебя их много? Целая коллекция. Сколько? С этим 7. Это все сигнальные пистолеты? Да. На другие нужно разрешение. А я еще маленький. Но и с этим можно неплохо обороняться. В смысле? Я их испытал. Вот этот, например, может раниться не на шутку. Жюльен, твоя мать. Я, кажется, просила идти из школы прямо домой.
Что ты туда положила? Корицу? Да. Вкусно? Мне нравится. Я положила еще немного ванили. Жюльен, ты подготовился к дню рождения сестры? Это хорошо. Я знала, что вам понравится. Как там живется? Отлично. А городок? Мне нравится. У тебя появились новые друзья? Нет, друзья все те же. Я все время с ними, мы отлично ладим. Так лучше работать. А по дому скучаешь? Знаешь, я 2 месяца работаю без передышки. У меня нет времени об этом думать. Вот ты где. Знаешь, у меня новая подружка на факультете. Затья. Она с Мали. Очень симпатичная. А Алис? Как у вас с ней? Не знаю. Мы больше не видимся. Мы больше не вместе. Знаешь, мне жаль, что я не была на бабушкиных похоронах. У меня не было времени. Я очень хотела приехать, но не могла. Меня тоже там не было. Как это? Мама сказала мне, что бабушка умерла уже после похорон. Но почему? Наверное, чтобы защитить тебя. А твоя комната закрыта на ключ? Она решает, когда я могу пойти туда. Ваш сын позвонил нам и сказал, что вы хотели его убить. Когда?
Только что. Жульен? Жульен. Почему ты ничего мне не сказал? Зачем было звонить в полицию? Здравствуйте, мадам. Мадам. Здравствуйте. Мадам. Мадам, ваш сын позвонил нам и сказал, что вы его бьете. Что я его бью? Почему ты так сказал, Жюльен? Да, я его немножко шлепнула. Шлепнули? Как обычно, когда мать злится на сына. Я немного нервничаю, я устала. Посмотрите, он в порядке. Я не понимаю. С ним такое впервые. Не понимаю, зачем он вам позвонил? Да, все, что говорит моя супруга, чистая правда. Ничего особенного. А вы часто бываете дома, месье? Вы работаете? Да, я преподаю в университете, у меня полно работы. А сейчас еще экзамены, я мало бываю дома, но... Моя жена не работает, она занимается домом и делает это прекрасно. Ладно. Мы хотим поговорить с вашим ребенком. Где мы можем уединиться? Уединиться? Да, мадам. Вот здесь. Нет, отдельная комната есть? Это все не так страшно. Не так уж мне и больно. Что значит «не так уж мне и больно»? Не больно или больно? Совсем не больно. А отец был дома? Да. Но он тебя не бил? Нет. Такое случалось раньше? Вы о чем? Мать тебя била? Нет, это в первый раз. Покажи-ка. Повернись. Я посмотрю твой живот. Мы не нашли ничего, чтобы арестовать вас. Не знаю, что на него нашло. Все в порядке, мадам. Повторяю вам, или жена моя вам говорила? Не знаю, что творится в его голове. До свидания. До свидания.
Скажи мне, этот свитер, откуда он? Я задала тебе вопрос, Жюльен. Положи эту игрушку немедленно. Жюльен! Это не игрушка. Ладно, хватит. Прекрати. Прекрати, слышишь? Отвечай мне. Я убью тебя. Скажи, откуда этот свитер? Не подходи. Его нашли в пианино. Ты спрятал его. Откуда он? Я задала тебе вопрос, Жюльен. Ты знаешь, что я смогу это сделать? Прекрати этот цирк, отвечай мне. Это твоя бабушка, да? Отлично. Да. Ты слышишь меня? Прекрасно. Он отвратительный. Нет! Хочешь убить меня? Давай. Убей меня. Можешь убить меня, Жюльен. Да. Ну давай. Убей меня. Жюльена нашли на лестнице. Он ничего не сказал. Не смог ничего объяснить. Врачи сказали, что могло быть намного хуже. Но мамина жизнь вне опасности. Теперь она уже может говорить. Она сказала, что ни в чем его не винит. Сценария Марциаль Фужерон и Флоранс Элиаким. Оператор Йоргас Арванитис. Композиторы Фредерик Фортуни и Фабрис Дюмон. Фильм озвучен по заказу клуба «Другое кино».
shall come away. I'm melting on your fingers. Oh, please don't let me flee. Dream a dream of me, you little.